Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие. Я вас всех приветствую. Меня зовут Ирсен, первая буква И. Не путайте, а то меня там Арсеном еще как-нибудь называют. Я Ирсен. Спасибо большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова. Я все читаю, девочки и мальчики. Спасибо вам огромное. Давайте посмотрим. Чуть-чуть времени у меня сейчас есть. Посмотрим его мысли, чувства, действия. И если там останется время, если у меня там... останется время, посмотрим, может быть, его страхи и так далее и тому подобное. Или если он молчит, посмотрим, почему он молчит, да, почему он не действует. Давайте сначала посмотрим сигнификацию вашу, ваших отношений, что покажут карты. Сегодня у меня котики, да, тара черных котов называется. Такая вот колода. Кого интересует, просто кто-то спрашивает. У меня иногда название колод. Я вот говорю, да. Тара черных котов это. Значит, посмотрим, что у вас сейчас в отношениях, чтобы понять, ваш расклад это или нет. И потом будем, значит, отталкиваться от того, что сейчас карты покажут. Если будет молчание, спросим, почему молчание. Если там все хорошо у вас, просто посмотрим мысли, чувства, действия. В общем, такой экспромт у меня сегодня. Расклад без темы. Как пойдет, да? Вот что скажут, то и пойдет. Давайте посмотрим, что у вас сейчас в отношениях. Напоминаю, что позиция одна, расклад общий. Если резонирует, значит, смотрите расклад. Если не резонирует, ну, к сожалению, ничем помочь вам не могу. Значит, не в вашу ситуацию попали, не в вашу ситуацию сегодня показали. У вас здесь не закрытые отношения, не закрытые. Я бы сказала, вы знаете, незакрытый гештальт, как сейчас модно говорить, незакрытый гештальт. Здесь мадам, киска, да, потому что у нас кошечка здесь, тара черных котов. Вот вы, кисонька моя, решили плыть к новым берегам. Здесь мужчина, подколодная карта императора, вот он сидит такой весь красавчик. Значит, он сейчас производит впечатление такого властного мужчины, который я сам все решу, я сам все могу, да, такого властного. На самом деле здесь просто это, знаете, как пыль в глаза опускание, потому что здесь мужчина, знаете, про таких мужчин я говорю, первое впечатление обманчиво, вот на все 100% к нему это подходит, потому что вы, моя такая вот, смотрите, кисонька красивая, вы сидите, и вы недовольны, да, ситуацией, вон какая, да, с мечом сели, и сидите, ждете, вот тут хвостиком махаете своим, да, здесь вот уже опадают все листья, вы все ждете и ждете его, да. Здесь вы устали ждать, здесь просто устали вы ждать, здесь все, вы садитесь в свою лодочку и плывете. Плывете либо к новой жизни, либо к новым берегам, к новому мужчине, к новой себе. Не обязательно плыть к кому-то, вы можете плыть от кого-то, да, то есть вы решили плыть, к примеру, от этого мужчины. Здесь у вас, знаете, я бы что сказала... Здесь какая-то неприятная ситуация была. Здесь либо неприятная ссора была, либо что-то вот такое вот, когда, знаете, вот вы как два вот этих вот два котика вот здесь что-то не поделили. Ну, то есть такая, ну, соперничество, некрасивая ситуация, да, вот когда что-то, знаете, уже скрывать нечего. Здесь были манипуляции. Здесь вот карта мага говорит о том, что кто-то из вас манипулировал. В чем здесь может быть манипуляция? Во-первых, здесь какое-то расстояние между вами, вы можете жить на расстоянии, ну, не вместе, по крайней мере, с семьей на данный момент я вас не вижу. Здесь какое-то расстояние между вами. Вот. И здесь, собственно говоря, ситуация, знаете, как очень много страхов, очень много опасений. Здесь карта романа идет. То есть вот здесь в чем может быть манипуляция карта мага? Да, говорит о том, что здесь манипуляция может говорить о том, что здесь человек не хотел брать на себя обязательства. Вот он может быть по карте императора вот таким, знаете, решительным. Вы думаете, когда вы увидели, думаете, вау, вот это мужчина, да? Вот такой весь властный, такой прямо все взял в свои руки и решил. А по факту то это просто была его манипуляция, да, вот такая вот, что он не, ну, показывал одно, а по факту совершал другое. К примеру, вы жили на расстоянии, да, и здесь мужчина не мог предложить ничего, кроме приятного времяпрепровождения. Вы ждали, ждали, может быть, что когда там какое-то предложение от него подступит, либо там он какую-то серьезность предложит, или что-то такое. То есть здесь не дождались вы. Собственно говоря, да, здесь как-то у вас из пустого в порожнее все переливалось. Хотя чувства здесь были, не могу сказать, что их здесь не было. Но здесь мужчина такой, знаете, не
обижайтесь, да, я, чтобы понятно было по-русски, так как я не русская, да, чтобы понятно было, здесь а-ля тугодум. Вот такая ситуация. И, ну, все, сейчас отшельник, да, карта отшельника, здесь каждый сам по себе занят своей жизнью. То есть по этим картам я не вижу, что вы сейчас вместе. Хотя здесь, да, хочется очень возрождения. Здесь... Также я могу сказать, что эта ситуация, которая у вас произошла, здесь она должна была случиться. И это уже зависело не от вас. Да, вот то, что произошло, то должно было произойти. И сейчас, знаете, вот... Очень страхов очень много, да, вот мы боимся, вот, да, какая вот, если посмотреть на эту карту, вот здесь кот в зеркальной как комнате, да, и очень страшно посмотреть на себя со стороны, на себя, на ситуацию со стороны посмотреть, да, вот очень много страхов, мы боимся, да, у страха глаза велики, могу сказать так, вот. Были, может быть, сейчас уже нет, да, то есть здесь описывается ситуация, когда вот люди не вместе, по какой-то причине он превратил вас в королеву мечей, хотя на самом деле вы не королева мечей, да, вы просто нацепили эту броню на себя, почему? Потому что такой мужчина, да, вы по складу характера другая совершенно, но потому что мужчина оказался тем, кем он оказался, да, вы нацепили на себя эти доспехи, знаете, как Жанна Д'Арк, потому что по-другому не никак, потому что ранил сердце, потому что сделал больно, да, потому что какая-то неприятная ситуация здесь была, судьбоносная ситуация, которой было не избежать, собственно говоря, поэтому вот и получилось. Кстати говоря, здесь может быть у вас бессонница, вы можете плохо спать, поздно засыпать, знаете, крутитесь, вертитесь, вот эти мысли покоя не дают, вот это размусоливание может быть, да, такое вот по карте отшельник, еще мало того, что вы одна, вы больше сейчас погружены в себя, в проработку своих страхов каких-то, да, может быть, вы решили уже, потому что рядом с вами карта, решили вы уплывать от этого мужчины, да, и сейчас больше прорабатываете вот свои страхи, к примеру, вы боялись покинуть зону комфорта свою, боялись, знаете, как начать жить без него, и поэтому сейчас карты говорят о том, что вы сейчас вот, ну, прорабатываете себя, больше погружены сейчас в себя, в проработку своей жизни, своих страхов, своего дальнейшего пути, здесь вот такая вот ситуация. Какое-то ожидание. И здесь хитрости были, знаете, вот здесь какая-то хитрость была. По семерке мечей, да, здесь в ваших отношениях была какая-то хитрость. И здесь все-таки больше мужчина как шел в энергии любовника, да, хоть он и был здесь императором, казался таким, да, всемогущим, вот, но по факту он здесь вот скакал на коне, да, вот как в энергии любовника, то есть и опять девятка чаш здесь говорит о том, что он был готов к приятному времяпрепровождению, да, я не вижу вас семьей, может, вы и были семьей, но здесь мужчина, может быть, да, вел себя как-то незрело, любил погулять, друзья какие-то, да, а вы ждали, собственно говоря, не дождали, то есть сейчас у вас из-за какой-то хитрости, карта хитрости, измена, коварство, воровство, да, подчеркните свое, как говорится. Здесь по этой причине вот вы не вместе, да, но отношения вот у вас большой жирный знак вопроса. Вы вроде бы решили уже плыть, да, от него, так скажем, от его манипуляций, от его хитрости, но, видимо, в голове, там где-то в подкорках своего сознания, ну, осталась эта обида, какая-то боль, да, что вот он так сделал, вот, и... Что он вот так поступил? Ну, не отпустили в эту ситуацию, да, вы, может, уже и не хотите с ним быть, но в глубине души все равно какая-то боль осталась, что вот человек вам причинил боль, а к новым отношениям вы пока не готовы, хотя очень хотелось бы, да, вот все равно там карта говорит о том, что вам и хочется новых отношений, хочется любви, но именно вот сейчас, на момент просмотра этого видео, вы не готовы к отношениям, потому что вам сделали больно, потому что сейчас вы нацепили эти доспехи на себя, как Жанна Д'Арк, да, и вот обжёгшись на молоке, вы теперь будете дуть на воду. Вот такая ситуация у вас здесь. Давайте посмотрим. Вот такая, да, такая вот какая-то хитрость была. Мне интересно, сознает ли он вообще, что делал вам больно? И вообще, что у него там, значит, в подсознании? Давайте копнем. Раз такая ситуация. А что там у нашего мужчины в подсознании? Ну, на выборе у нас стоит. Он у нас стоит на выборе, наблюдает за вами тут.
Ну, слушайте, вот здесь вот человек, он понимает, что сделал вам больно. Здесь он понимает, что был неправ. Но знаете как? Проблема в том, что он... Понимать-то он понимает, но вам-то признаваться в этом он не хочет. Здесь, смотрите, он за вами наблюдает своими красными глазенками. Он там, да, стоит, наблюдает тут. А здесь вот действительно человек понимает, что, да, сделал вам больно вот карту. Если посмотрите, да, вот здесь вот... Он садил кол ей в сердце. Ну, карта такая, да. Вот он понимает, что садил вам этот кол в ваше сердце, да. Он понимает, что был где-то неправ. Но здесь есть... Вот здесь однозначно есть у вас в отношениях, вы не одни, здесь есть еще какая-то женщина, здесь карта соперницы вышла. То есть в ваших отношениях есть еще один человек. Ну, так как на данный момент я опять-таки не вижу, да, семья вы или не семья, здесь вот просто мне показали сигнификацию, что отношений у вас нету. Вот, поэтому здесь, вот смотрите, да, здесь какая-то соперница у вас есть. Не знаю, кто это. Не, или жена там, или вы жена смотрите. Но кто-то есть, кто лезет в ваши отношения. То есть у вас в отношениях больше, чем двое. Мало, ну, здесь мужчина любит. Двойка чаш самая последняя вышла, да. Любовь-то есть у него, но он получил какую-то информацию к размышлению, он понимает, что сделал вам больно, что, скорее всего, вы его здесь отсекли этим мечом. Ну, стоит на выборе. По факту я не вижу, чтобы он здесь был готов к каким-то активным действиям. Он сейчас стоит на выборе. Да, стою, вот выбираю, какой пентакль-то мне... выбрать. Здесь манипуляция, опять он его тянет сильно к вам. Я не могу сказать, что здесь его не тянет, но здесь он, знаете, такую какую-то пассивную позицию принял. Да, я вот понимаю, что я сделал больно, вот я получил какую-то информацию, скорее всего, это вы ему что-то здесь сказали, да, что, к примеру, там так больше не будет, или там я не хочу больше таких отношений, да, то здесь вот он сейчас раздумывает, что ему делать дальше. Я здесь не вижу активных действий в отношении вас, и даже если есть какие-то действия, то они такие, знаете, глубоко пассивные, да, там одним пальцем напишет, как дела, или привет, или, ну, что-нибудь такое, да, да, то есть вот активного общения здесь я не вижу, да, и активного хотения его сейчас на данный момент общаться с вами. Он планирует дальнейшие действия. Почему он сейчас молчит? Потому что он не выбрал, какие отношения он хочет с вами. И вообще, хочет ли он отношений с вами. Да, здесь такая карта. Ну, выбор. И при всем при том, что есть еще, да, другая женщина. Вот. И именно поэтому он стоит на выборе. Кого из вас выбрать? Страшно ему. Здесь он хочет быть победителем, он хочет, я бы сказала, знаете, здесь такая карта, которая говорит о том, что вот он из всей этой ситуации хочет вот выйти победителем с наименьшими потерями для себя, да, вот как-то, даже, знаете, не сколько для вас, сколько для себя, вот я такой красавчик, я вот выпутался из этой ситуации, я вышел вот с наименьшими потерями, здесь вот такая ситуация. Но хоть один плюс, да, человек понимает, что он был неправ, что он делал вам больно. Это уже плюс ему. Что давайте посмотрим, что там. Ну, чувства мы уже посмотрели, да, что вот у него чувства-то к вам есть. Толку-то только от этих чувств. Какой толк от этих чувств? А что он от вас хочет? Давайте посмотрим, чего он от вас хочет. Чего он от вас хочет? Что-то у меня сегодня каждый вопрос новая колода. Ну ладно. Раз экспромтом, значит будем экспромтом. И колоды у меня будут разные. Чего он от вас хочет? Что он от вас хочет? Что этот мужчина хочет от женщины, которая не смотрит? Что он хочет? Ha 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 ha.
Он здесь, девочки, хочет возрождения, но опять-таки, понимаете, здесь бразды правления теперь у вас. Его это дико раздражает. Вот опять карта букета, да. Я очень люблю эту колоду, потому что здесь постоянно мужчина получает букетом по голове. Вот он получил букетом от, может быть, от одной из вас, либо от обеих, да, здесь. А теперь ему хочется возрождения отношений, но опять-таки, знаете... Здесь он, во-первых, очень боится, что у вас уже появился поклонник, да, что вы теперь вы будете выбирать, а не он. И ему это не нравится, да, ему хочется, чтобы он опять выбирал, чтобы вы вошли в старый сценарий, чтобы вы за него боролись как-то, чтобы вы ему позволяли все то, что он хотел, да, для этого. Здесь ему хочется возрождение отношений, ему хочется, чтобы только сделали первые шаги вы. Да, чтобы вы как-то показали ему, доказали, не знаю, о том, что, да, что вот, милый, я все поняла, я все тебе прощу, возвращайся ко мне. Но здесь человек, понимаете, вот он знает, что вы в старый сценарий не войдете, вы бегать за ним больше не будете, вы императрица, да. Теперь, чтобы быть с вами, он понимает, что он должен делать какие-то телодвижения, какие-то шаги, да, к примирению, там, должен показывать себя, потому что теперь вы будете выбирать, а не он. А он теперь не знает, он думает здесь, конечно, о подарке вам, да, он хочет как-то... через какую-то хитрость опять прийти. Но как-то, знаете, вот он здесь в маске носит. Вот здесь очень много карт, где человек в маске. То есть он не показывает истинного положения себе вещи. Во-первых, он здесь, знаете, как немножко обижен, потому что получил этим букетом по голове. Как так? Он, во-первых, этого не ожидал. Здесь, скорее всего, может быть, вы его всегда прощали. Там, либо он, знаете, там напишет там «Привет», а вы там «Ой, привет, дорогой, там приезжай, там я все тебе прощу». Ну, что-то такое, да? И он здесь как-то, знаете, опешил. Вот здесь как-то вот прям опешил, он не ожидал, что вот в этот раз получится именно то, что получилось, что вы больше на поводу его там каких-то манипуляций не пойдете. Он здесь немножко, знаете, присел от неожиданности на попу, вот так вот. И первое время, да, вот он даже не понимал, как такое вообще возможно, вот как она взяла так вот меня и швыранула. Здесь вот он такой, знаете, немножко... Не понял. А теперь он понимает, что для того, чтобы быть с вами, ну, опять королева мечей. Вот понимаете, вы королева мечей. При всем при этом вы еще и императрица здесь. И он понимает, что для того, чтобы быть теперь с вами, теперь ему надо выходить из зоны комфорта. Надо что-то шевелить своей пятой точечкой. А ему этого очень делать не хочется. Очень не хочется. Ему тяжело прям, да, вот, и вот этот вот шар на него давит здесь. Здесь, может быть, кстати говоря, у человека семья, да, и вот он тащит этот вот семью, да, как вот этот шар его здесь придавил, а он, бедный, уже не может. Здесь вот ему хочется мира с вами, но, понимаете, здесь вот такой мужчина, вот его, как мне кто-то написал в комментариях, горбатого могилу исправит. И вот ему хочется, да, но вы королева мечей, как к вам подступиться-то? Вот опять открываю колоду, опять королева мечей идет. Вот как можно к вам подступиться? Ну, а вы-то для него императрица, прям, знаете, какая красавица. Все может, все умеет, с чувством собственного достоинства, и внешне красиво, и платье-то у вас красивое, и все вы можете сама теперь. А он теперь не понимает, что ему делать. Вот только пьет и вспоминает вас, да. Здесь, кстати, человек действительно может выпивать. Может быть, действительно сейчас спустился во все тяжкие. Почему? Потому что вспоминает, потому что, вот, знаете, вот нормальный мужчина, вот у меня, вот по поводу этого мужчины, потому что мне тут кто-то в комментариях написал, почему вы не любите мужчин? Да мужчин-то я люблю, но мужчин с большой буквы М. А вот это вот, знаете, это, ну, это не мужчина, это какое-то поведение ребенка при всем при этом, что, ну, естественно, Господи, ну что же я говорю-то, о чем я говорю? Здесь мужчине хочется, чтобы вот вы так подхватили свою юбчонку, да, вот юбчонку подхватили и прямиком бежали к нему по этим пентаклям, которые он вам оставил. Да, шапка у вас слетела, там туфли улетели, а вы несетесь здесь к нему, к любимому, да, вот он, а он там вот сидит, вот вы должны, да, то есть такое ощущение, что вы в очередной раз должны прибежать там, спасать его, вытягивать из его там гулянок или еще откуда-нибудь, потому что здесь может быть, да, что вот выходила карта, что во все тяжкие мужчина пустился. То есть вы должны тут подхватить свои юбчонки и бежать за ним. Вот. И здесь... А вы теперь, знаете, вот его раздражает, что теперь вы можете, к примеру, ну вот если вы начнете общаться, да,
Это еще один страх его вылез. Вот вы начнете с ним общаться, вот с утра там он приедет, да, вы ночь проведете вместе. Смотрите, вот он здесь лежит, а вы уже встали, и вы говорите: дорогой, все, у меня сейчас дела, я еду на маникюр, я встречаюсь с девочками, я пойду в спортзал, мне надо там что-то сделать. И его как бы, да, попросите. То есть он очень боится, что теперь раньше, может быть, да, это он вас там выпроваживал или еще что-то, то есть он был как у руля ваших отношений. Теперь получается, что нет, у руля отношений вы. И он этого боится, что теперь, знаете, он как-то потерял над вами контроль. Да, вот если раньше вы были в какой-то в клетке, у него сидели, да, и он мог контролировать вас, то сейчас он этого делать не может, его это злит. Ну что уж поделать-то, да, сам виноват. Вот. Поэтому здесь такая ситуация. Давайте посмотрим, будет ли он действовать или нет. Ну, чувства мы посмотрели, да, вот то, что у него есть страхи, и что он от вас хочет, мы тоже посмотрели. Давайте посмотрим, будут ли от него действия. Вот с момента просмотра на ближайшие 30 дней будет ли от него какие-то действия. Или он так и будет сидеть там ждать, пока вы там свои юбчонки подберете и подбежите. Давайте посмотрим, от этого мужчины к этой женщине будут ли какие-либо действия у него, начиная с момента просмотра и на ближайшие 30 дней. Но вы получите новости. Здесь вы получите новости. Карта всадника, карта новостей. Да, здесь он ждет какого-то удачного момента. Карта клевера. Да, для того, чтобы прояснить. Карта солнца, карта ключа, ключевое. Ну, знаете, как он здесь? Как по карте леса он придет, захочет обновление отношений. Карта, смотрите, аиста и аиста. Он захочет обновление отношений, но придет по лесе. Как-то хитренько. Карта всадника, это карта новостей, карта приезда, отъезда. То есть он может даже сам как-то по косе внезапно, да, приехать, либо написать здесь. Но здесь он такой, знаете, будет очень долго думать по развилке, хочу, не хочу. Он хочет прояснить ситуацию. Карта Луны, да, то, что вот у вас непонятки в отношениях. По карте Солнца он хочет прояснить, но будет ждать удобного момента. Карта Клевера, да, ну, чтобы обновить, он долго будет на развилке стоять. То есть он будет, знаете, как, мне кажется, такое ощущение, что он будет сидеть, ждать, когда вы там сделаете первые шаги, да. Потом, когда он не дождется, он по лисе, по змее как-то, знаете, так хитренько к вам подрулит. Он очень боится тяжелого разговора, карта совы, да. Очень-очень боится, что заденут его сердце там, да, он увидит в этом препятствия. Ну, здесь еще какая-то змея, да, как злодейка какая-то у вас здесь есть. То есть, он опять-таки здесь змея и змея опять указывает на то, что, то есть, вы в отношениях не одни, есть кто-то еще, да. Но будут ли все-таки действия от него? Должны быть действия. Он мужчина, он смотрит на ключ и на дом. У него, кстати говоря, могут быть какие-то семейные дела, семейные проблемы. Он пока подзакрыт по карту гроба, да, он немножко подзакрыт. Там какие-либо либо проблемы со здоровьем, карта мыши там выходила. А могут быть либо у кого-то из родственников, раз карта дома, может, у кого-то дома какие-то проблемы со здоровьем, либо какая-то мышиная возня дома. Ну, какие-то мелкие препятствия, там преграды, там какие-то вот у него решает проблемы домашнего характера, вот. Поэтому так, вот так он вообще должен. Но опять-таки, здесь опять лиса выходит, понимаете? Здесь вот он как-то хитренько хочет к вам подрулить. И карта письма. Разрушенное общение. Закрыт. Вот на данный момент он закрыт. Он закрыт. Карта гроба. На данный момент он закрыт. Вот он будет, да, по карте Луна, может быть, в течение месяца, да, как я и говорила, там, в течение месяца. Здесь что-то должно быть от него. То есть, однозначно, по карту всадника какие-то новости через кого-то, либо сами, либо он, вы получите. Да, но это вот... Там какая-то еще у вас злодейка, у каждой своя, да, карта змея все-таки выходила там. Поэтому здесь как-то аккуратнее вот с этой злодейкой, с вашей. Посидит, подумает, поймет, что вы не собираетесь. Здесь такое ощущение, что он будет сидеть ждать до последнего, потом поймет, что вы ничего делать не будете, и тогда напишет вам. Там, привет, как дела, там, ты там еще жива, или, ну, что-нибудь такое, да, потому что там такой какой-нибудь подковырка у него и будет. Нормально смс-ку там, или позвонить он не сможет, он, знаете, через подковырки какие-то. Вот такой вот получился расклад, девочки, всех люблю, всех целую, до новых встреч.